История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Все это хранится в его секретной папке. «21 октября 1961 года. Соединенные Штаты Америки выпускают на космическую орбиту искусственный спутник Мидас. На его борту находится секретный резервуар, в котором 350 миллионов крошечных медных иголок. Американцы выпускают их в космос с помощью особого устройства. И вся эта масса должна, по замыслу США, заполнить собой околоземную орбиту. Но зачем? Для чего это вдруг американцам понадобилось рассеивать иголки на космической орбите Земли?» Так случилось, что именно в это самое время в Москве проходил эпохальный 22-й съезд КПСС, провозгласивший курс на строительство коммунизма. Так вот, неужели новое оружие было задумано исключительно как средство угрозы СССР, противовес объявленному нашей страной коммунистическому курсу? Неужели американцы действительно нашли способ уничтожить народ не банальными атомными бомбами, а такими вот мелкими металлическими иголками прямиком из космоса? Смотрите далее. Каким образом планировали использовать Луну американские военные? Луна могла рассматриваться как некий форпост человечества, куда, например, может быть вынесено все вредное производство. Какие задачи поставил перед Вернером фон Брауном президент Кеннеди? У нас не было особого повода сомневаться, что и дальше мы будем на Луне первым эшелоне. Американцы все время тянулись за нами. Чем ответили американским разработчикам советские ученые, работавшие над лунной программой? К нам приехал секретарь ЦК КПСС, выстроили нас всех и сказали: «Ребята, Родина вас не забудет, работайте». Вечер 11 апреля 1961 года. Президенту Кеннеди докладывают, что сегодня ночью русские могут отправить человека в космос. Уже несколько часов спустя американская разведка получает первые подтверждения. Радиоперехваты с космодрома Байконур. Желаю вам доброго полета! Поехали! 12 апреля в 9 часов 07 минут по московскому времени произведен старт корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. По иронии судьбы, это случилось сразу после президентских выборов, в ходе которых Кеннеди неоднократно утверждал, что Америке необходимо больше заниматься космосом. 14 апреля Кеннеди срочно вызывает главных сотрудников своего нового правительства в Белый дом. Он поручает проработать вопрос, как и когда США могут обогнать Советский Союз в космосе. Долгие часы проводит президент в Белом доме с экспертами НАСА и специалистами. Среди них и знаменитый немецкий инженер-ракетчик Вернер фон Браун. Именно фон Браун в годы Второй мировой создал для Гитлера первые реактивные снаряды Фау-2, которые стали прототипами будущих космических ракет. После поражения Германии в 1945 году фон Браун очутился не на скамье подсудимых, а в США. Немецкий ученый оказался очень полезен американскому правительству. 25 мая Кеннеди объявляет, что до конца десятилетия США высадят человека на поверхность Луны. Но на тот момент в США не было ни одного космического носителя, ни одного отработанного корабля, ни один американец еще не был в космосе, если не считать суборбитального прыжка Шепарда. For the eyes of the world, now look into space.
По сути, это заявление – настоящая авантюра. Но Вашингтон готов был заплатить за горсть лунной пыли 25 миллиардов долларов. Это в 12 раз больше, чем стоил манхэттенский проект по созданию атомной бомбы. Неужели такая гигантская сумма была лишь платой за престиж? Лунная программа «Аполлон» подчинялась не столько логике научно-технического прогресса, сколько капризам политической конъюнктуры. В сентябре 1962 года журналистам стало известно о секретном докладе Пентагона о военном использовании Луны. Этот объемный двухтомник под названием «Проект Горизонт» в 1959 году разработал ракетчик Вернер фон Браун. По политическим и психологическим причинам оказаться не первыми на Луне было бы катастрофой, говорится в проекте. Отказ от высадки на Луну – это отказ от возможности нанести поражение СССР в гонке, которая уже открыто признается таковой во всем мире. Построить американскую базу планировалось к 1966 году. Совершенно секретный проект предусматривал столь сжатые сроки, потому что, по данным ЦРУ, Советский Союз мог получить техническую возможность высадить космонавтов на Луне уже к 1968 году. Это грозило бы Америке окончательной утратой лидирующих позиций на Земле. Советский Союз в том же 1959 году приступает к разработке своей лунной базы «Звезда». США не знали имен тех, кто противостоит им в лунной гонке. Руководителем советской космической программы был Сергей Королев. Для американцев он долгое время оставался таинственным генеральным конструктором. Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в городе Житомире в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королева и дочери купца Марии Николаевны Москаленко. Еще обучаясь в школе, Сергей отличался исключительными способностями и большой тягой к новой для того времени авиационной технике. Уже в возрасте 17 лет он разработал проект летательного аппарата оригинальной конструкции – безмоторного самолета К-5. Огромное влияние на жизнь Сергея Королева оказала его встреча с Циолковским, которая произошла в Калуге в 1929 году. Эта встреча предопределила дальнейший жизненный путь ученого и конструктора. Смотрите далее. Каким образом Никита Хрущев хотел продемонстрировать факт достижения Луны? Почему американский лунный модуль сбился с заданного курса? Кто сделал сенсационные снимки обратной стороны Луны? 28 января 1958 года Сергей Королев и академик Мстислав Келдыш направляют в ЦК КПСС письмо. В нем сформулированы два главных пункта советской лунной программы. Во-первых, попадание в видимую поверхность Луны, а во-вторых, облет Луны и фотографирование ее обратной стороны. Программа была одобрена Никитой Хрущевым. В марте 1958 года на заседании Президиума ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев распорядился сенсационным способом продемонстрировать миру достижения СССР в области разработки ядерного оружия и ракет. Ракета с ядерной боеголовкой должна была быть отправлена на Луну. Эта секретная программа получила название «Е-4». Профессор Вячеслав Довгань стал одним из первых испытателей космической техники. Именно ему было доверено управление первым луноходом, совершившим множество открытий в исследовании лунной поверхности. Это предложил Зельдович, академик, для того, чтобы доказать этим всем завистникам, которые не верят в то, что Советский Союз после такой разрушительной войны и первый спутник запустил, и вдруг, значит, Лайка полетела туда, и самая мощная лаборатория научная была, третий спутник. Вот. И недоказательно, мол, это, ну, мало ли что. И Зельдович предложил. Перед американцами та же проблема. Как доказать всему миру факт достижения Луны? В США, независимо от советских идей, родилось предложение поместить на ракету атомную бомбу, чтобы с Земли люди могли бы видеть ее попадание в виде огромного взрыва.
Так родилась секретная американская программа А-119. И эти программы некоторое время реализовывались и у нас, и в Америке. Мы продвинулись дальше, у нас был создан даже макет этого ядерного устройства, которое должно было взорваться. Американцы ограничились только расчетами и самой станции, и ядерного устройства. Но потом выяснилось, что все это, конечно, хорошо, но того зрелища, на которое рассчитывали, не получится. В США бросают все силы на изготовление ракеты, способной развить вторую космическую скорость. И как только она собрана, без отработки и проверки, американцы запускают ее в сторону Луны. Только бы быть первыми. Но ракета, стартовавшая 17 августа 1958 года, взрывается на 77-й минуте полета. С отставанием в месяц, 23 сентября, Советский Союз запускает свою ракету с космической станцией «Луна». Она также разрушается на 93-й секунде. Последующие попытки достичь Луны и в СССР, и в США проваливаются. Неужели ее в принципе невозможно достичь? В чем проблема? В те годы не только управлять не могли полетом космического аппарата, его бросали, ну, примерно так же, как мы сегодня баскетбольный мяч. То есть где-то там я вижу кольцо, бросаю мяч, и все. Я только слежу за его полетом и надеюсь, что он попадет. Только через три месяца, в марте 59 года, американцам все же удается преодолеть земное притяжение. Но их корабль пролетит в 60 тысячах километрах от Луны. Двенадцатого сентября 59 года советская станция «Луна-2» попадает на Луну с фантастической точностью. Тогда даже приводились такие сравнения. Это все равно, что попасть с расстояния тысячи метров дробинкой в глаз прыгающей белки. «Луна-2» доставила на спутник Земли вымпелы с советской символикой. Их специально изготовили на Ленинградском монетном дворе и провели испытания на полигоне. Я видел, как стреляли из пушки этими вымпелами, и как они оставались. В бетонную стреляли, вот в снаряд из пушки 76-миллиметровой, с расстояния 10 метров. Представляете себе? Ничего нет, а вымпела оставались. Это здорово было. А уже 14 сентября Никита Хрущев, сразу по прибытии в Вашингтон, при первой встрече вручил американскому президенту копию лунного вымпела. Надо думать, не без удовольствия. А еще через месяц, 4 октября 59-го, ровно через два года после запуска первого в мире спутника, на Луну запущена еще одна наша станция. Она пролетела над обратной стороной спутника Земли и передала первые фотографии никем ранее не виденных лунных областей. Снимки эти регистрировались прямо сразу в темпе приема с помощью аппарата, который назывался «Волга». Прямо сразу лента выходила, на которой была эта картинка. Она была еще тогда не обработанная специальными, так сказать, алгоритмами, чтобы улучшить ее качество. Поэтому картинка была, как бы сказать, не очень, но все равно на ней сразу было видно кратеры там и так далее. Все, конечно, были в восторге. На этой фотографии рядом с Королевым и Келдышем конструктор Рудольф Бакитько. Именно он в 1959 году принимал участие в разработке бортовых систем для станции «Луна-3» и лично присутствовал при получении снимка обратной стороны спутника Земли. При подготовке полета «Луны-3» пришлось решать множество проблем. Одной из них была пленка. Хорошей отечественной не было. В те годы мы шпионили за американцами, они шпионили за нами, это нормально. И одна из их технических идей была из Норвегии запускать воздушные шары, которые ветром несет над территорией СССР, и на них фотоаппараты автоматически снимают наши территории. Ну а наши поднимали истребители, сбивали эти шарики легко, шарики падали на землю, там оставалась непроэкспонированная чистая пленка фирмы «Кодек». Говорят, что именно она была использована при полетах к Луне. Возможно, это всего лишь слухи. Но как бы там ни было, проблемы с пленкой решили. И снимок века, так называл весь мир фотографию обратной стороны Луны, был опубликован в газетах 27 октября 1959 года. Дата публикации выбрана не случайно. В
Кремле открывалась очередная сессия Верховного Совета СССР. Мы, знаете, буквально в 2-3 года сделаем чудеса. У Хрущева появлялся еще один повод напомнить о лунных победах. В конце 61-го года американцы взялись за программу полета на Луну. Все, что было у них в области пилотируемой космонавтики, то есть человека на борту, было подчинено этой цели. Мы сначала как-то снисходительно на это смотрели. Да, ну что там у них, слабые ракеты, не очень опытные космонавты. В Америке все управление лунной программой передано гражданскому агентству НАСА. Фон Браун контролирует 40% бюджета. Фон Браун стал одним из руководителей американской космической программы из-за того, что он действительно был очень талантливым инженером. Он даже в меньшей степени был хорошим организатором, но инженером он был талантливым. А опыт, который он приобрел в Германии, когда велись разработки Фау-2, другого ракетного оружия, конечно, в нужный момент они пригодились ему в Соединенных Штатах Америки. В СССР подготовку полета к Луне ведет конструкторское бюро Королева. Он пытается найти поддержку Хрущева, убеждает его в необходимости создания новой ракеты для полета человека к Луне. На что ему Никита Сергеевич ответил: сейчас американцы говорят, что это будет стоить где-то 20 с лишним миллиардов долларов. У меня этих денег нету. У меня есть приоритеты, у нас в стране не хватает продовольствия, нам нужно жилье строить, это мои приоритеты. А американцы тратят свои деньги, а я трачу свои деньги. Поэтому скажите, пожалуйста, сколько будет стоить, когда мы это дело посмотрим. Королев сказал: я не знаю. Он говорит: а если не знаете, то тогда давайте не будем гоняться. Никто не знал, что ждет нас в дальнем космосе. Как осуществлять, например, связь с кораблем на расстоянии в сотни тысяч километров? Американские радиофизики в качестве системы радиосвязи предложили использовать на околоземной орбите игольное кольцо. Но этот эксперимент провалился. Медные иголки плохо отражали сигнал. А сотни миллионов иголок, запущенные с искусственного спутника Мидас, до сих пор засоряют космическое пространство. Впрочем, не только связь с астронавтами волновала конструкторов. И в СССР, и в США плохо представляли, какова поверхность Луны в реальности. Это превращало конструирование посадочного модуля в работу весьма умозрительную. На одном из ученых советов в Москве астрономы затеяли долгий и бесплодный спор о том, вот какая она Луна, твердая или покрытая многометровой зыбучей пылью. Сергей Королев долго их слушал, пока не понял, что дальнейшее обсуждение ни к чему не приведет. И оборвал спор. «Будем считать, что Луна твердая». «Но кто может за это поручиться?» – воскликнул один из астрономов. «Я», – ответил Сергей Павлович. Он взял ручку и написал на клочке бумаги: «Луна твердая. Сергей Королев». В Советском Союзе к руководству самыми ответственными космическими программами привлечены люди, отдавшие ракетной технике многие годы жизни. Сергей Королев, Валентин Глушко, Михаил Янгель и Владимир Челобей. Но в начале 60-х для советского руководства космос пока еще на втором месте. На первом – оборона страны. Королев и другие инженеры одновременно делали и военную технику, и баллистические ракеты, и какие-то новые спутники, там, система. Ну, GPS тогда не было, но уже первые наметки были, и спутников-шпионов очень много делали. И мы, американцы, на все это нужны были средства. На лунную программу и сил, и интеллекта особого бросить мы тогда не могли. В Соединенных Штатах во главе НАСА стоят не инженеры и ученые, а крупные администраторы с широкими связями в деловом мире, для которых вовсе не обязательно было знание технических тонкостей. Именно таким человеком был Джеймс Уэбб. К моменту назначения в НАСА в феврале 1961 года Джеймсу Уэббу 54 года. Он не хотел заниматься космонавтикой, у него не было даже элементарного инженерного образования. Но на кандидатуре Уэбба упорно настаивал президент Кеннеди. Он считал Уэбба административным гением.
Уже к концу 1961 года УЭБ заключает контракты по программе «Аполлон» с сотнями компаний, расположенных в 47 штатах страны. Пока в США вся национальная индустрия согласованно решала поставленную президентом задачу, у нас началось очередное выяснение отношений. ОКБ Королёва чуть было не осталось без двигателей к лунной ракете. Американская экономика могла себе позволить такие огромные траты. Советская экономика, обескровленная в том числе усилением противовоздушной обороны и обороноспособности в целом страны, она уже была достаточно обескровлена, и потянуть такие сложные проекты было крайне тяжело. Сделать двигатель для лунной ракеты в ту пору могло только конструкторское бюро, которым руководил академик Глушко. Керосин и сжиженный кислород исчерпали свои возможности как ракетное топливо. Королёв предлагал перейти на водород и кислород, а Глушко считал лучшей альтернативой фтор и азотную кислоту. Королёв знал, что эти компоненты крайне ядовиты. Он не мог посадить людей на ракету с таким двигателем. В случае аварии огромные территории окажутся мертвыми на несколько десятилетий. Королёв решил разрабатывать ракету N-1 для полета на Луну только на базе своего конструкторского бюро. Произошло определенное головокружение от успехов у советского руководства. Они не понимали, видимо, потеряли понимание, и не смогли конструкторы объяснить, что нужно создавать новые, более мощные ракеты, которые дадут новые возможности. Но главное, новые корабли, потому что очень долго продолжался эксплуатироваться тот же космический корабль «Восток». Королёв вынужден проводить свои идеи полета к Луне, преодолевая сопротивление других конструкторов ракетной техники. И вновь искать поддержки у Хрущева для создания ракеты N-1. До 64 года Королёв выходил несколько раз на Хрущева, говорил, давайте этим делать. Хрущев опять спрашивал, сколько. Ну, ему говорили, давайте прорабатывайте, так сказать. И только в 1964 году вышло первое постановление правительства о том, что Королёв будет делать эту ракету. Смотрите далее. Из-за чего едва не подрались американские конструкторы на приеме в Белом доме? Почему сгорел американский корабль «Аполлон-1» и можно ли было спасти астронавтов? И кто первым совершил облет Луны? Советскому Союзу потребовалось 3 года, чтобы решиться на участие в лунном марафоне. В августе 1964 года вышло секретное постановление правительства, инициированное Королёвым, и определившее важнейшей задачей высадку советского космонавта на Луну. Но в октябре был смещен Хрущев, и все опять застопорилось. Только весной 1965 года начался отбор кандидатов в лунные космонавты. Для полета на корабле L-1 вокруг Луны без посадки и на корабле L-2 с посадкой одного космонавта на лунную поверхность. В США НАСА продвигает свою программу «Аполлон». Вернер фон Браун, как ведущий ракетчик Америки, принимает участие и в разработке стратегии битвы за Луну. Фон Браун предлагает строить на околоземной орбите космическую станцию. Там собрать корабль и вместе со всей командой стартовать к Луне. Этот вариант получает название «Встреча на земной орбите». Однако в НАСА предлагают другой вариант – встречу на лунной орбите. Несколько ускоряющих ступеней поднимали бы корабль на околоземную орбиту, а затем выводили бы на траекторию окололунной орбиты. Там от корабля отделялся бы взлетно-посадочный аппарат с 2 астронавтами, который спустился на поверхность Луны. Между сторонниками вариантов полетов к Луне ведутся ожесточенные споры. Однако американские разработчики чуть не передрались между собой в присутствии президента Кеннеди. Инженеры поддерживали вариант фон Брауна, менеджеры — вариант НАСА. В качестве посредника привлекли даже ЭВМ. Машина выбрала встречу на лунной орбите. В итоге останавливаются именно на нем. Вернер фон Браун решает, что важнее достичь Луны так быстро, как это только возможно, чем выиграть сражение за вариант полета к Луне. В НАСА начинают прорабатывать вариант встречи на лунной орбите. Но вот что интересно, именно такой вариант высадки на Луну предложил еще в 1919 году русский ученый Юрий Кондратюк. И надо отдать должное, американцы никогда не отрицали этот факт.
В СССР Королёв в строгом секрете строит свою тяжелую ракету-носитель. В отличие от американцев, советские специалисты ракеты-носители собирают горизонтально. В 1977 году в Москве проходила международная книжная ярмарка. В американской экспозиции была выставлена карманная энциклопедия «Баллистические и космические ракеты». Эта книга произвела в научно-технических кругах нашей страны эффект разорвавшейся бомбы. На ее страницах, рядом с американским носителем «Сатурн-5», выводившим на лунную орбиту корабли типа «Аполлон», была помещена фотография советской лунной ракеты «Н-1». Дело в том, что разработка этой ракеты считалась одним из величайших секретов советской космической отрасли. Тяжелую ракету-носитель «Н-1» можно назвать последней любовью Королева. Он не успел до конца проработать ракету. Королев умер 14 января 1966 года на операционном столе. Не выдержало сердце. Но СССР продолжил битву за Луну. Однако у нас при запусках ракет на Луну случалось намного больше аварий, чем по всем другим космическим программам. После ряда неудачных запусков в 1966 году нам удалось осуществить мягкую посадку нашего аппарата на Луне. Опять первыми. Надо было мягко посадить. А мягко значит управлять полетом, снижать скорость. А управлять-то некому, компьютеров нет. И тогда решили тоже очень красиво эту задачу. Вокруг космического зонда надули большую подушку безопасности. Такой огромный, несколько метров диаметром, мягкий мяч. И он стукнулся об Луну, попрыгал, воздух спустили, там азот был, и оттуда выкатился, собственно, научный аппарат. Выяснилось, что Королёв был прав. Поверхность Луны твердая. Американские лунные аппараты «Рейнджеры» в эти годы не могли совершить мягкую посадку. Они все время врезались в лунную поверхность. Космическая техника – очень сложная техника. Она была таковой и тогда, а тогда она еще была и ненадежной. Она остается таковой и сейчас. В США на первый испытательный полет корабля «Аполлон-1» командиром был назначен Вирджил Гриссом. Он уже дважды побывал в космосе и готовился к третьему полету. Старт его экипажа был назначен на 21 февраля 1967 года. Но накануне старта во время тренировок астронавты Гриссом, Уайт и Чаффи сгорели в кабине Аполлона. Все произошло мгновенно. Между первым возгласом Чаффи «Мы горим» и моментом, когда из щелей лопнувшего от жара Аполлона повалил дым, прошло всего 14 секунд. Спасти их было невозможно. Давление внутри корабля было на несколько порядков ниже, чем атмосферное давление. Если бы мы создали такое давление при тестировании астронавтами всех устройств кабины, то внешнее давление просто бы схлопнуло его. Соответственно, они решили надуть кабину кислородом, и это была фатальная ошибка, потому что все материалы, которые были не горючие при пониженном давлении, могли моментально вспыхнуть от малейшей искры. Дата первого пилотируемого полета американцев отодвинулась на год и 8 месяцев. СССР получил шанс догнать соперников в лунной гонке. В сентябре 1968 года, за месяц до старта американского «Аполлона-7», который полетал только вокруг Земли, советская станция «Зонд-5», беспилотный вариант корабля «Союз», предназначенный для облета Луны двумя космонавтами, впервые успешно обогнула Луну и вернулась на Землю. Ясно стало американцам, что в следующий раз полетит человек. И уже это достижение, первый межпланетный полет, возвращение на Землю, будет нашим. НАСА сокращает этапы подготовки своего полета к Луне. Вернер фон Браун в спешном порядке организует незапланированный полет Аполлона с тремя астронавтами на окололунную орбиту. Риск очень велик. Два пуска ракеты «Сатурн-5», из которых один был неудачным. Но, похоже, НАСА нет до этого дела. Ведь на кону стоит цель первыми высадиться на Луну. Пробный полет астронавтов на «Аполлоне-7» вокруг Земли был проведен 11 октября 1968 года. Все прошло успешно.
старт к Луне и высадка на нее были назначены на июль 1969 года. Смотрите далее. Почему накануне старта «Аполлона-11» ЦРУ и ФБР были переведены на круглосуточный режим работы? Какую ракету готовил к отправке на Луну Советский Союз в феврале 69-го? И по какой причине были свернуты американская и советская лунные программы? В 69-м году американцы по агентурным каналам получили из Москвы информацию о том, что как бы советская сторона намерена не допустить высадки американцев на Луне. И пойдет на все, даже на уничтожение космического корабля «Аполлон-11», чтобы обеспечить очередное достижение советской космонавтики. Наиболее вероятно, что это был вымысел одного из американских агентов, который пытался таким образом повысить свой рейтинг у руководства. К тому моменту дата старта первой лунной экспедиции уже была определена и объявлена, поэтому сообщение из Москвы казалось весьма правдоподобным. Впервые в истории ФБР и ЦРУ начали дружно, без склок и взаимных интриг, спасать «Аполлон-11» от потенциальных советских злодеев. Операция получила кодовое название «Перекресток». За несколько недель до объявленной даты старта «Аполлона-11» все силы и средства американской разведки и вооруженных сил были переведены на круглосуточный режим работы. Готовились к худшему. В Белом доме была даже подготовлена директива президента США вооруженным силам на нанесение ответного удара по Советскому Союзу. В СССР ничего не знали о шпионских страстях, разгоревшихся в США. У нас готовили к запуску тяжелую ракету-носитель Н-1. Это было второе испытание. Первое закончилось провалом в феврале 1969 года. Каждый пуск обходился сумасшедшие деньги. Там тысячи предприятий работали на создание ракеты Н-1, нашего аналога, вот Сатурна-5 американского. Конечно, я уверен, что будь Королев жив, он бы довел до конца эту огромную ракету. Он бы ее сделал. И она бы полетела. При первом запуске 3 июля 1969 года советская ракета-носитель Н-1 взорвалась во время пуска. Стартовая площадка на Байконуре была разрушена, но сохранилась стартовая площадка ракеты-носитель «Протон». К полету была готова и сама ракета. Руководство решает бросить американцам вызов, отправить к Луне автоматическую станцию, забрать там грунт и раньше американцев вернуть его на Землю. Луна-15 отправилась в космос 13 июля. Аполлон-11 стартовал через три дня, 16 июля 1969 года. Мы летали вместе с американцами одновременно по орбитам лунным. Мы их слышали, они нас слышали. НАСА было обеспокоено, что американский корабль и советский аппарат могут столкнуться. Среди советских космических специалистов ходит слух, что Вашингтон попросил Москву повременить с посадкой Луны-15, чтобы не создавать угрозы жизни американских астронавтов на Аполлоне-11. Центр управления полетами просьбу уважил. Жизнь космонавта превыше всего. Было у нас еще замечено, это мы тоже заметили, о том, что почему-то у нас при мягких посадках не было их мягких посадок, жесткие были, потому что оказалось, радиосигналы, радиокоманды, которые шли в сторону Луны для этого лунного аппарата, попадали на поверхность Луны, отражались, и совершенно другая команда исполнялась на борту. Луна-15 пошла на мягкую посадку 21 июля, через несколько часов после того, как американский модуль с двумя астронавтами покинул поверхность спутника и вернулся на корабль. И поэтому вместо 3-4 витков Луны-15, 52 витка, пока они не сели. А когда уже поступила команда о том, чтобы провести мягкую посадку, взять лунный грунт,
к этому времени баллистические данные были изменены, и никак их не могли рассчитать, потому что все же это делается заранее. Врезался в гору Луна-15, и лунный грунт не был доставлен. А так был бы впервые доставлен нашими, так сказать, учеными, конструкторами лунный грунт. Путешествие Аполлона-11 было закончено в водах Тихого океана неподалеку от Гавайских островов. Цель достигнута. Но как при этом странно звучит отчет НАСА. В момент величайшего триумфа космическая программа США переживает критический период. Из НАСА ушли руководители этой программы, многие астронавты двух первых наборов. Всего сократили 50 тысяч рабочих и служащих НАСА. Производство ракет «Сатурн-5» было прекращено. Вернер фон Браун сначала оказался не у дел, а потом был отправлен на пенсию. Пришло время Советского Союза взять реванш за 69-й. В ноябре 70-го года наша ракета «Луна-17» совершила мягкую посадку и доставила луноход-1. Выполнив массу экспериментов по изучению лунной поверхности и грунта, он передал в Центр управления полетами свыше 20 тысяч телекадров. Через два года последовала высадка «Лунохода-2». Многие ученые с мировыми именами все более склонялись к мнению, что исследование природы Луны целесообразнее, безопаснее и дешевле проводить с помощью автоматических космических аппаратов. В этом их убеждали советские «Луна-16», «Луна-20» и фантастические походы двух советских луноходов, управляемых с Земли. Преимущества советской программы были очевидны, поскольку в ней отсутствовал риск для жизни человека, а стоимость запусков снижалась примерно в 50 раз. Конечно, затраты на американские полеты на Луну были чрезмерными. И если говорить о вкладе Аполлона в науку не вообще, а с учетом стоимости этого вклада, то в этом случае его можно назвать весьма скромным. Аполлон-17 стартовал 7 декабря 1972 года. На Луну было доставлено 13 научных приборов, из них 9 применялись здесь впервые. Астронавты пробыли на Луне 75 часов. Это был последний полет астронавтов на Луну. На дверях корпуса номер 4 в центре пилотируемых полетов имени Джонсона, где проходили тренировки астронавтов, вывесили короткое объявление. Последующие путешествия отменяются. Экспедиция «Аполлон-17» в декабре 1972 года поставила точку в лунных исследованиях американцев на ближайшее будущее. В 1976 году лунную программу закрыли и в Советском Союзе. Битва за Луну завершилась. Что же осталось после завершения лунной гонки у нашей страны? Ракеты «Протон» и «Союз», которые по сей день состоят на службе у российских и международных программ. Создание этих кораблей заложило основу для развития отечественной космонавтики на десятки лет вперед. А Соединенным Штатам похвастаться нечем. Такой надежной техники у них просто нет.